В Белгороде впервые прошел фестиваль «Встречаем зиму по-кузнечному», где все желающие смогли попробовать себя в роли кузнецов-любителей. Частью праздника были мастер-классы местных представителей одного из самых старинных ремесел. Участники молодежной студии «Мир Белогорья Лайф» Даша Яготинцева и Таня Валит не смогли пройти мимо и своими руками выковали железный гвоздь. Их селфи-ньюс прямо сейчас. Новогодние праздники уже проходят, но, к счастью, есть еще порох в пороховницах. Самое время встретить зиму по-кузнечному. Мечи ковались кузнецами, и это требовало очень много сил, энергии, и у таких людей вообще... сильный дух, я считаю, потому что работать как бы в кузне – это уже трудно. Кузнечное дело передает дух Древней Руси, и это очень завораживает. Я попал в кузню, не зная, что там находится, и увидел, как люди работают. Мне очень понравилось. Спросился, дайте попробовать. Когда законченная деталь какая-то, и вот она уже начинает приобретать какой-то вид и выглядеть соответствующим образом, вот тогда в душе какая-то такая вот радость очень приятная. На фестивале каждый может попробовать себя в роли кузнеца. И сколотить, если не состояние, так хотя бы подкову на удачу. Кузнечный праздник познакомил с одним из самых древних русских ремесел и сделал эту зиму чуть теплее. С вами была Таня Валит, Даша Яготинцева, специально для Мира Белогорья.